Героям слава! Здравствуйте! Пане Михайло, розпочнемо ми з вами із візиту президента ПАР до України. Він вже з'явився на території України, зокрема в столиці, в Києві. І президент Південно-Африканської Республіки Рамафоса вирушив до України із Польщі. Саме яка у нього була ціль – це переговори з українським президентом України Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. Пане Михайле, ваші очікування від цієї зустрічі, тому що дуже багато таких неоднозначних заяв лунають і від військових аналітиків, і від політиків українських. До прикладу, от посол України в ПАР нещодавно сказав взагалі про можливе постачання Південною Африкою зброї Російської Федерації. Ну, тобто, те, що це врегулювання, воно може піти в негативний контекст цього врегулювання. Ну да, конечно, если, значит, во-первых, кстати, пока непонятен мне ответ на вопрос, он один приехал, этот президент, или остальные приехали. Нам было обещано сразу 6 президентов, насколько я помню, да, или 5, там еще Египет. Можно, пане Михайле, да, коротка ремарочка. Вочевидь, з'явилася інформація, що тільки він один з цієї місії прибув, адже мають бути лідери Замбії, Коморських островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди. Так, про Сенегал ви вже згадали. Тобто, вочевидь, вони не всі разом приїдуть, а ось бачимо якось по черзі. Тобто, ми не знаємо, наскільки у них вибудований маршрут, ну і, власне, по черговість їхнього візиту. Перепрошую, будь ласка, продовжуйте. Да, да, ну интересно, потому что, видите, почему интересно, что помните, когда приезжали европейские лидеры, они ехали в поезде в одном купе, мы видели это все на фотографиях, да, все это было вот так представлено, что совместный визит. До сих пор нам анонсировалось все это как совместный визит, совместная инициатива там 5 или 6 стран, что они вот сегодня будут у нас, завтра поедут в Москву, и вдруг почему-то приезжает один президент ЮАР, что они там по дороге поругались в Польше или что с ними произошло, я не понял. Дальше теперь суть того, что они предлагают. Опять, это, конечно же, сведения не точные, но уж что опубликовали западные всякие СМИ, то на то и опираемся, да? Что они приезжают действительно с некой мирной инициативой. Как всегда, выглядит она странно и в странном формате. Но они предлагают, что Россия выведет войска, а с России начнут снимать санкции. Но одно из условий еще этого всего, значит, что с Путина будет снят ордер на арест. За даними видання Reuters, не знятий, а зупинена дія або призупинена дія. Тобто тут, знову ж таки, бачимо, що нібито там джерела Reuters, вони були ознайомлені з чернетками цього плану, так? Оригінал немає, не бачили, але менше з тим. І тут, пане Михайле, погодьтеся, виведення військ з території України, для України це безумовно плюс. Але, наприклад, призупинення або зупинення дії ордера, на це Україна може не піти. Або ж послаблення санкцій проти Росії. Чому ось такий, тут цей план, на вашу думку, складений для того, щоб були і плюси, і мінуси для України, і плюси, і мінуси для Росії, щоб вийти на якісь компроміси? Так, така логіка, можливо, в них, ми можемо припускати. Прошу. Я, к сожалению, думаю, что все гораздо хуже. Значит, во-первых, что касается, в принципе, идеи там, приостановить действие этого ордера на арест Путина. А это невозможно, потому что если как только кто-то говорит, мы приостанавливаем ордер, это означает что? Что политическое давление на суд оказано. Это же судебный орган. Ну, не так. Может участвовать в политических сделках. Можно потом арестованного Путина, то он арестовали, осудили, он сидит в тюрьме, и его можно обменивать. Так бывает, да, когда кого-то на кого-то обменивают, того, кто в тюрьме сидит. Но взять и сказать, нет, мы просто, а что, мы теперь больше считаем, что он не воровал детей, больше считаем, что он ими не торговал, так не бывает. И это не может быть частью политической сделки никакой. Потому что вы говорите, согласится ли на это Украина? А это не Украина решает, это решают судьи уголовного криминального суда в Гааге. Поэтому просто это невозможно, это предложение, которое невозможно. А что из этого следует? Раз в этом предложении, ну если оно действительно такое, давайте опираться на то, что есть. И если в нем действительно фигурирует такой пункт, то могли написать его туда только в одном месте мира, только в Москве могли добавить этот пункт в этот план. Поэтому весь план продиктован, конечно же, россиянами, потому что у России абсолютный приоритет сейчас, он один, снять ордер на арест Путина. Это их абсолютный приоритет, более важный, чем война, чем все что угодно. Потому что пока у них президент в розыске, он не может быть до конца президентом, раз, на международной арене вообще не может быть, не может никуда ездить, а это им страшно важно, первое. А во-вторых, он внутри России никому не нужен.
Он пассив, а не актив для всей российской верхушки. Ну зачем вам президент, который в розыске, и вы из-за этого не можете своей страной ничего делать толком, да? Он просто им не нужен, и он это понимает, что это для него, это опасно для его жизни, этот ордер, напрямую. Причем любой человек сейчас в России, ну из элиты имеется в виду, представляет для него огромную опасность. Поэтому это их цель номер один. Все остальное, все, что там написано, все остальное это чистая бутафория и дымовая завеса. Потому что мы, там сказано, предложим Путину вывести войска, снять санкции, но главное, что все должен быть диалог с участием Украины и так далее. То есть никто не предлагает, что сначала они выведут войска, потом снимут санкции. Нет, так все. Типа, ну давайте мы пока приостановим ордер, а дальше будем разговаривать. То есть нас пытаются посадить за стол переговоров, куда мы, напомню, отказываемся идти, пока не будут выведены войска. Там нет такого в этом плане, что сначала выведете войска. Нет, предложим вывести. Вот и все. Поэтому очевидно, что план чисто московский. Нас в очередной раз пытаются, значит, продавить с очередным московским планом. Мы из вежливости соглашаемся их слушать. Я думаю, надеюсь, ну и верю почему-то, что так и будет, что повторится ситуация с этим представителем Китая, товарищем Ли, который приехал от товарища Си в гости. Его пустили, конечно, но почему же не пустить, как говорится, да, раз товарищ Си попросил. Но сначала его отправили к Дмитрию Кулебе. И Дмитрий Кулеба им прямо сказал, если в вашем плане первым пунктом нет вывод всех войск Российской Федерации с территории Украины, то мы не будем обсуждать ничего другого. Прямо это было сказано. Было заявление публичное Кулебы об этом. Я думаю, что после этого, в общем-то, и приуныл товарищ Ли. И когда он уже ходил к президенту Зеленскому, то уже даже мы не знаем о содержании разговора, потому что ему больше нечего было предложить. Когда все, у нас есть ультиматум, мы от него отказываться не собираемся. Только вывод войск, а дальше будем разговаривать. Не наоборот. Не сначала разговаривать, сначала вывод войск. Пане Михайле, вот окрім того, що тут в цих заходах, які можуть включати в себе виведення російських військ із території України, тут ще є один пункт, а саме виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї. Тобто, ну тут це очевидно, що ні Путін, ні інше військово-політичне керівництво Російської Федерації не погодяться на ці пункти. І ну, це якось на вагу, на противагу того, що там призупиняться дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблять антиросійські санкції, тобто це неспівмірно між собою. Ні, тут я з вами якраз не соглашусь. Наоборот, це теж росіяни вписали. Їм от Росії ядерне оружие на території РБ потрібно тільки для шантажа. Они это готовы поменять на все, что угодно. У них же нет такого стратегического плана, они же вот раньше, до войны. Никогда не говорят, ну, когда-нибудь разместим оружие на территории Беларуси. Да нет, им это не надо. Для них это нарушать этот договор о нераспространении ядерного оружия. Это инструмент шантажа. Они же еще туда ничего физически даже не завезли. Смотрите, вот это как вот, они во всем так делают, да? Они сначала делают угрозу, а потом пытаются эту угрозу на что-то обменять, да? А давайте так, вы нам подарите территории, а мы за это не будем с вами воевать. Все такие, а давайте вы просто не будете воевать. Ну, в смысле, что это за ерунда, да? То есть это несуществующее, что они пытаются что-то несуществующее обменять. Так и с этим ядерным оружием. Этот пункт как раз снова отсылает нас в Москву как авторам этого договора. Но у всего этого визита не только темная сторона. То есть вот это все нам придется просто отбиваться от очередных идиотских мирных планов, которые нам не нужны. Тут как бы все понятно. Но есть содержательная часть, которая как раз реально может к чему-то привести. Это история про зерновую сделку. Потому что да, безусловно, вся эта группировка вот этих стран заинтересована в поставке сельскохозяйственной продукции из Украины и из России, к сожалению, да, и к поставке из России минеральных удобрений. Поэтому, я думаю, вот это то, что будет реальной частью обсуждения. Все остальное, это они по просьбе Москвы исполняют танец под названием «Мы приехали как миротворцы». А эта часть будет их по-настоящему волновать. Ну и там будут ли компромиссы, не будут ли вот поставки, например, аммиака через аммиакопровод, там вот это все вопрос, который будет обсуждаться реально. До речі, що стосується геополітичного впливу Росії саме на Африку, на африканські країни, мені доводилося дискутувати з журналістом, одним з журналістів, так само експертом-міжнародником Тарасом Семенюком, і він наголошував, що Росія системно працювала з багатьма країнами Африки. Давайте згадаємо, скільки Лавров відвідував якраз таки Африку і в багатьох країнах там побував. Тобто, якщо ми порівнюємо геополітичний вплив і міжнародні стосунки двосторонні, там Росія і якісь африканські країни і Україна, то напевно, що Україна програла, ну, саме в дипломатичній, поки що, в дипломатичному такому протистоянні. Російська Федерація має зараз більший вплив саме на країни Африки?
Нет, ну, само собой, Российская Федерация имеет большее влияние, чем Украина. Украина вообще как бы не занималась такой масштабной деятельностью по миру, да, геополитической деятельностью, никогда просто не занималась, не было такой цели и не было для этого средств. И не было для этого инструментов. Это разные вещи. Одно дело средства, в смысле россияне просто многих покупали. Другое дело инструменты. Что ты готов дать этим странам, чтобы получить это влияние? Приведу, кстати, простой пример. Вот, например, Россия, она там подкупала многих лидеров, коррумпировала. Но вот есть Израиль, который весьма влиятельен во многих странах Африки. За счет всего одной вещи. Израиль туда поставляет армию. Ну, то есть, когда есть вооруженные конфликты, то израильские военные специалисты работают на те или иные силы. Это как бы известная вещь. Ну, Росія теж не нехтувала саме військовими компонентами. Той такий Вагнер, так? Згадаємо, скільки кампаній провів в Африці. Конечно. Вот. А Израиль получил себе достаточное количество поддержки в Африке для ООН и так далее, таким способом. Я к чему вспомнил Израиль? А Украина после войны будет такая возможность. У Украины будет там наш такой милитаритет уникальный, что, в общем, у нас будет такая возможность влиять. Но страны, которые приезжают, вот если посмотреть на список оглашенных стран, это не те самые страны, в которых Россия имеет такое влияние. Понимаете? Есть те страны, о которых говорилось, там Мали, Судан, Центральноафриканская республика. Заметьте, их же нет в списке-то. Так что, ну, им бы совсем никто не поверил. Эритрея, мы бы их и не пустили, кстати, к себе, я так думаю. Поэтому здесь взяты страны, которые нет, которые не из этого списка. Ну, наверное, глядя на этот список, ну, может быть, и то под большим вопросом, Республика Конго. Ну, все. Потому что точно все остальные нет. Там ЮАР, ну, туда ездил Лавров, с одной стороны, но с другой стороны, ЮАР прямо говорит, что арестует Путина, если он приедет, правильно? Так, так, зачистка позиция была, так. Конечно, там влияние англосаксов гораздо, ну, вот те, ну, и англосаксов, я шуткой говорю это слово, да, ну, как, Путин говорит, ну, как бы, англоязычного мира влияние в ЮАР огромно, потому что это британская страна, в общем, Египет, это вообще, как бы, там, Соединенные Штаты Америки серьезно очень участвуют в Египте, и военной помощи, программы, и все что угодно, там, Сенегал, Уганда, Замбия, это вообще все не российские страны, вот прямо это не те, тех бы мы не пустили, еще раз скажу. Пане Михайло, ну це, тобто, по суті, ті країни, якщо ми говоримо там за Китай і окремо за Африканську Республіку, це ті, які займають, ну, таку позицію нейтральної ми за мір. Ми ж бачили і представника Китаю, як ви вже згадували, їздив пан Лі до нас в Україну, пропонував якісь свої миротворчі, мирний план в лапках зараз представники Африки, але що Китай, що Африка, теж тут є питання щодо постачання зброї Російської Федерації. Я на початку ефіру згадала, що от посол України в ПАР заявив про можливе постачання саме Південною Африкою зброї Росії. Так само є і непідтверджена інформація, що Китай постачає зброю Росії, зокрема, було згадано, що там у кадирівців з'явилися вже якісь там бронемашини «Тигр» чи щось на кшталт цього. Тому потім було заперечення, так, прошу колеги, нібито вони сказали, ні, це ну, там. І з боку Африки, і з боку Китаю, звісно, будуть завжди заперечення, те, що це не ми. Тому так. Ну, во-первых, эти страны, вот опять, если смотреть на этот список, эти страны больше прозападные, чем нейтральные. То есть там есть страны пророссийские, есть страны, в общем-то, прокитайские, где очень сильна, ну, сильные большие китайские вложения, китайское влияние. Эти страны, я так все, может, про все не скажу, я не помню, честно говоря, что-нибудь про Коморские острова, но те, про кого я так вот узнаю из этого списка, это, в общем, страны, завязанные либо на Францию, либо на Великобританию, либо на США в основном. Вот, поэтому сказать, что это вот какое-то там китайское, тоже не скажу. Вот. Это позитивные в каком-то смысле страны. Если посмотреть, как они голосовали в ООН, то я думаю, что они в основном за нас голосовали, вот именно эти страны, опять-таки. По поводу поставок оружия, там история была достаточно уже долгая с этим расследованием, кстати, из ЮАР. Но чего-то она пока ни к чему пока не привела. То есть нам бы наши друзья из Пентагона уже бы рассказали, если бы это было правдой, но если бы это подтвердилось. И потом надо понимать, что ЮАР все-таки это большая страна. Это не что-то такое, знаете, это не Центральноафриканская республика. Это африканская сверхдержава, назовем так. Африканская сверхдержава, ну, по африканским меркам. Там огромное количество частного бизнеса, кто кому что продать мог, так сказать, в обход каких-то санкций. Это вот как с другими такого рода там большими странами тоже такое может быть. То есть это не обязательно, что это правительство что-то поставило. Ну, какая-нибудь частная компания поставила, что у нее там на складе лежало. Это тоже, к сожалению, может быть.
Пане Михайле, дякуємо вам за участь в нашому етері. Дякую. Ось цікаво дуже проаналізували. І що важливо, теж в інформаційних просторах та й загалом України, як на мене, даруйте за суб'єктивну думку, не досить часто звертають увагу саме на Африку. А це континент, який досить таки полярний, так, попри те, що багато країн об'єднані одним континентом з різними впливами геополітичними, з різними економіками, з різними напрямками. Дякуємо за цікаву розмову. Чекаємо на зустрічі. Пане Михайло, нагадаю, що пан Михайло Шейтельман, політтехнолог, був щойно в етері «Апостроф ТВ».